Волнительным и радостным получилось 1 сентября для учеников, родителей, учителей и гостей, собравшихся на торжественную линейку по случаю Дня знаний в Кобрине. Новая школа-сад распахнула свои двери для более 240 мальчишек и девчонок, учащихся, и без малого 150 дошколят. Отряд ребят для обучения собран. Звучи на память добрый школьный звон. Появление на карте Кобрина учреждения образования в активно разрастающемся новым многоквартирными домами микрорайоне – событие, долгожданное для многих семей. Именно здесь динамично строится социальное жилье, в том числе и для многодетных. И шаговая доступность – неоспоримое преимущество возведенного объекта. Все своевременно. Строятся дома, не хватало школы. Школа построена, притом она построена с определенным запасом. И школы мы уже не строим, там типовые, которые мы строили там 30 лет назад. Да, вы видите, что это ультрасовременная школа, и там и тренажерные, и хореографический зал, бассейн, современное оборудование. Ну, конечно, видно, что государство заботится о своем подрастающем поколении. Двухэтажное здание с проектной мощностью на 471 место возведено генподрядчиком за 1,5 года. Действительно отличается от типового строительства. В каждой детали учтены потребности и учащихся, и педагогов. Групповые помещения, учебные кабинеты, столовая на 108 мест, актовый зал и, конечно, бассейн отвечают всем современным требованиям безбарьерной среды, эргономичности и повышенного комфорта. Также для детей с ограниченными возможностями в школе установлены лифт, электроподъемники при входе и в здание, а также бассейн. Очень комфортная школа получилась в плане того, что выдержано все в светлых тонах. Эргономика и учет всех требований для детей и с ограниченными возможностями – это очень важно. Мы, когда строили этот объект, очень сильно взаимодействовали как с заказчиком, так и с эксплуатацией. Директор школы здесь работал уже с нами, наверное, месяца 4, может и 5 даже. Стоит отметить и спортивную инфраструктуру новой школы – от современного спортивного и хореографического зала до отвечающих всем запросам школьного стадиона с футбольным полем, баскетбольной площадкой и беговыми дорожками, а также игровой зоной. Оценить преимущества учреждения образования смогли и дети, и родители. Спасибо большое за это прекрасное здание, за школу, за сад и все в одном месте, так что все хорошо. Нам все очень нравится. У нас двое деток. Школа, конечно, очень понравилась. Мы вчера были первый раз здесь, и детям сегодня очень понравилось. Вот. А в шаговой доступности это... Ну, дети могут, в принципе, даже сами к дому, потому что буквально там 2-3 минутки вот идти, и они уже дома. У меня старший ребенок уже ходит тоже в школу в 9-ю, в 5-й класс дочка перешла, есть чем сравнить. То есть та школа тоже не старая, относительно новая, но это очень современная школа, все учтено, очень красивые классы, все сделано так доступно, то есть оценка 10 из 10. Приятным сюрпризом для учеников новой школы-сада в праздничный день стали многочисленные подарки от Комитета государственного контроля и других почетных гостей. Наталья Луговкина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».